Всем привет, у микрофона Мадара. После этого видео, вероятно, у меня совсем не будет свободного времени, от слова совсем. Потому что я решил поставить цену на сведения в своем паблике ВК в 50 рублей. На всем рынке по продаже сведения очень сложно найти такие цифры. Но вы уже нашли. Сведения по цене банки колы. Думаю, предложение довольно-таки хорошее. И да, я понимаю, какой у вас сейчас главный вопрос. А как же мне отправить трек на сведение нормально, чтобы его свели? А я вам прямо сейчас покажу. Так, ну значит, вот вам надо отправить, допустим, вот этот вот проект на сведение. Это, правда, не настоящий проект, я что-то повырезал, тут непонятно. Но это не важно. Вот ваш весь проект. Вы нажимаете на клавиатуре сочетание клавиш Ctrl-A. У вас выделяется весь проект. Теперь правой кнопкой мыши нажимаем по первому. И у нас выделяется вот это вот. Ну, а теперь файл, экспорт, во файл. Ну и подписывайте здесь, что это такое. То есть я выделил сейчас бит, то есть я пишу бит и сохраняю. Так делаем абсолютно со всеми. То есть условно, если вот мы так сохранили бит, теперь мы делаем вот так вот. Ну то же самое, файл, экспорт во файл. Но это уже основной вокал. То есть мы пишем основной вокал. И все, и также нажимаем сохранить. Ах да, но если вы боитесь, что я вас кину, то я придумал логическую схему, которая вас обезопасит. Сначала вы мне скидываете материалы, описываете там автотюн, не автотюн, какое вы хотите сведение. Я, собственно, пишу «Окей», берусь за работу, и через какое-то время присылаю вам ваш готовый трек, но в очень плохом качестве. Если вам нравится сведение, вы пишите «Все, окей», и скидываете деньги. Ну а я, разумеется, скидываю ваше сведение в хорошем качестве. Ну и для вторых лиц, чтобы вам было интересно за этим наблюдать, через какое-то время я выпущу ролик на ютубе о том, сколько я с этого смог заработать, и покажу результат сведения некоторых треков. Поэтому все в ваших руках, я рассказал все, что мог. Ссылка на группу, разумеется, в описании. Подписывайтесь на канал, переходите и заказывайте сведения. Всем пока, с вами был Мадара, вот такой вот человек.